А теперь подробнее. Медицинская справка при смене водительского удостоверения теперь нужна не всегда. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об изменениях в порядке замены водительских удостоверений. Медицинское заключение исключено из перечня документов при замене водительского удостоверения в случаях изменения персональных данных владельца, повреждения или утраты документа. При этом отмечается, что медсправка остается обязательной при смене водительских прав по истечению срока действия. Также медосвидетельствование придется проходить людям, которые были лишены прав за административные или уголовные преступления. Этого требует 23-я статья Федерального закона о безопасности дорожного движения.